Аким Жамбулской области Ербол Карашукеев навестил семью серебряного призера 27 летних паралимпийских игр Нурдаулета Жумагали, поздравил родителей и выразил им почтение. В квалификационном заплыве на дистанции 100 метров брасом в категории SB13 для атлетов с нарушением зрения он финишировал первым, преодолев дистанцию за 1 минуту 5,11 секунды, установив рекорд Азии. В финальном заплыве наш земляк стал вторым, уступив лишь немцу Талисо Энгелю. От имени Жамбылской области Ирбол Карашукеев выразил благодарность и признательность родителям и близким, которые воспитали и поддерживают талантливого пловца. Нурдавлет Джумагали дважды становился призером Паралимпийских игр, добив

Проявив на пути к цели упорства, настойчивость и постоянство, наш спортсмен стал двукратным призером Паралимпийских игр. Нурдаулет установил новый рекорд Азии, показав наилучший результат. Он оправдал доверие болельщиков, в частности, своих земляков. Это серебро для нас все равно, что золото. Мы уверены, что он вернется золотой медалью с Паралимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Родители спортсмена выразили благодарность руководству страны и области за поддержку. Риналь Рахматулин, Люка Блсаржанов, Айконак Парад.